Всем привет-привет, мои друзья! Всем привет с города Владивостока! Начну свой репортаж со слов благодарности. Константин Павлович, спасибо вам большое, спасибо за поддержку. Желаю вам и вам здоровья и вашим близким и родным. Самое главное – здоровья, счастья, любви и немного фарту. Без него тоже никак. Спасибо за поддержку, спасибо большое. Так, ребят, началась пятница, развратница. Сегодня заявок штучек 6 или 7, ну там немножко там сегодня. Немного. Так что сегодня все успеем, и я загрузил еще резину, и сегодня поедем отдавать на «Газель», чтоб нам поставили шины новенькие. Так что, если удастся, посмотрим «Газель», где стоит. Вот такие планы, ребят, сегодня. Такие планы. То, что я там, ребят, вам вчера написал, что может быть последние репортажи, но вы так меня, если что, извиняйте, потому что, я говорю, компьютер все зависает просто. Я вчера даже, сколько, раза 4, наверное, выключал и включал, включал, выключал, короче, компьютер, еле-еле, короче, залил видосик, но залил, успел. Мне даже подписчик написал смс-ку, когда выйдет видео. Я говорю, через пару минут, он говорит, окей. Вот такие дела. Вчера еще, кроме этого, мне позвонил подписчик Евгений Тыктывкара. Спасибо большое, спасибо, познакомились, пообщались немножко, что люди звонят, смотрят меня, спасибо большое. Так, что еще хотел сказать, ребят? Всем, ребят, спасибо за поддержку, очень благодарю вас от души, ребят. Что вот такие дела, ребят. Да, ребят, еще что хотел сказать. Вчера Сергей мне прислал смс-ку, что все ему в Читу дошло. Говорит, все окей, все нормально. Сергей, привет тебе. Я очень рад, что все дошло, все нормально. Отлично, отлично. Самое главное, что человек получил. Все нормально, ребят. Да, своих, как говорят, зрителей не обманешь, там вы, наверное, по интонации чувствуете, у меня там настроение сегодня не очень, но ничего не поделать. Ребят, жизнь, она есть жизнь. Никуда от нее не денешься, не убежишь, как говорится. И такие бывают дни, что настроения просто нет, блин. И взяться пока нет. Ниоткуда. Так что ничего, может придет после обеда. После обеда придет. Что еще хотел сказать там? Девушка мне написала, там я забыл, извините, пожалуйста, там написала мне, что посмотри, пожалуйста, мотоциклы. Посмотрю, ребят, все посмотрю, будет время, все, я все сделаю, ребят. Все сделаю для вас. Про зеленый угол, да, там тоже писали, что у тебя зеленый угол, только ленивый не снимает. Если контент такой, что и подписчиков будет мало, и тому подобное. То есть, каждую неделю тоже смысла нет туда ездить. Тоже я так подумал. В принципе. Ладно, что-нибудь сообразим, ребят. Что-нибудь сообразим, что-нибудь придумаем. Что такие дела. Но... Ну и хотел такую просьбу, ребят, сказать, что если у кого-то будет возможность помочь, но не безвозмездно. Сейчас мы собрали уже где-то 6 тысяч рублей. Мы собрали, вот сегодня мне Константин Павлович выслал. Сейчас выходит 6 тысяч. Если кто одноразово сможет выслать мне там денежку, но я, как говорится, не безвозмездно, я отработаю. Вопросов нет. Как говорится, на перспективу. А перспектива, я думаю, будет. Все будет нормально. И я все сделаю. Так что все люди, кто мне помогал, кто мне помогает, я никого не забуду, и от меня будет, как говорится, отдача. Я не просто так, что взял там
деньги и куда-то скрылся. Так что вот такие у меня просьбы. Если кто сможет там выслать денежку, я бы был очень благодарен, конечно. На перспективу, да. Я потом на ноги встану, и все будет вообще просто, все будет вообще отлично. Ладно, ребята, тут подъехал. Поговорим попозже. Так, друзья, я уже нахожусь в 71-м микрорайоне. Уже сделал 4 заявки. Вы там меня сильно не ругайте, короче. Так получается, сегодня у меня, ну, честно, ну, блин, руки опускаются. Я понимаю, я должен вам снимать. Вы мне там тоже помогаете. Но сегодня вообще, ну, никак. Вообще у меня не... Как выразиться, блин, даже ничего не охота, вот, апатия, все, просто вот, все, апатия пришла, и все, и вот ты никуда, не, блядь, не денешься, блядь. Уже и старался себе и настроение поднять, и тому подобное, ничего не получается, короче, день сегодня, пятница сегодня, короче, просто у меня ужасная, блядь. Так, мы в 71-м микрорайоне уже. Женя, что ты мне, Жень, ты мне там смс-ку скинь или позвони, там узнаю, у тебя там скоро автомобиль приходит, чтобы мне потом, Жень, сильно не суетиться. У меня, сам понимаешь, там это приходит, короче, контейнера, у меня работы будет, Жень, просто, блядь, ты не представляешь, я буду как волчок, мне, знаешь, потом тебе отправлять что-то, мне надо, чтобы это все лежало, чтобы это было все готово, чтобы я закинул и отправил тебе, если что. А так потом не получится, там, что у тебя приходит там через 2 дня машину или его уже отправляют, и мне надо будет тебе купить, отправить. Блин, Жень, позвони там, если что там, или на WhatsApp скинь там, как что там, или ты там все порешал, так что, чтобы я там тоже не заморачивался сильно. Так что вот такие дела, Жень. Или вдруг ты там побаиваешься, что я там возьму твои деньги и закрою свои вопросы, ты даже не думай. Мне лучше вообще ничего не высылай, ничего не делай, просто чтобы потом ты там в догадках не сидел, не думал, что я там обманул, или, ну, что, типа того, ты меня понял, короче. Нафиг это. То мне эта головная боль потом будет, неохота, так что, если что, надо сразу купить, чтобы лежало, и чтобы я потом не заморачивался, не бегал, Жень, так что извини. Такие дела, ребят. Так. Едем, что-то я не в ту полосу встал. Сейчас будем, блин, собирать вот все ямы тут. Это полоса такая. Пам-пам. У меня еще осталось 3 заявки, ребят, и потом надо будет колеса на газель везти. Съездим там, посмотрим, что у нас с газелью, если там я ее увижу, конечно. Или просто передам им колеса и все, и поеду дальше, ребят. Пока не знаю. Что нас ждет, пока не знаю. Так, что ж еще с вами поговорить, ребят, чтобы не скучно было, а то получится такой видосик, блядь, непонятный, извините за мой французский. Да, погода у нас, ребят, просто похолодала, да. Ну, что жаловаться, у людей там, пока посмотришь, там, вчера мне скидывал Сергей с Краснодара, мне там скидывал, короче, нифига у них там замело, это в Краснодаре. Там вообще просто замело, там дождь, снег, штормовое вообще, труба. Я такой, он там в одноклассниках мне выслал фотографии, я так удивился, ничего себе, вот тебе и Краснодар, вот тебе теплые края. Ну так тоже бывает, год на год не приходится, у нас тоже бывает, бывает просто зима, вообще просто, ну, теплая и жаркая, и снега нет. А бывает и тоже заметает, но у нас заметает, это вообще редкость, но бывает такое. Сегодня холодно, градусов, наверное, 13-14, там я не смотрел, но ребята там сказали, я сегодня даже утром шел, ух, зимние, одел ботиночки, блин,
Да, прохладно вообще просто. Ладно, ребят, едем. А, мне там, короче, сейчас надо, не представляете, мне сейчас надо, короче, какой-то найти некрасовскую 8-8 и консьержке отдать, короче, наполнители для кошек. Два ящичка, короче, блин. Сейчас будем искать этот дом, будем искать консьержку. Так бывает, ребят. В городе Владивостоке заблудился. Не поверите вы. Да, сегодня день такой у меня, блядь. Еле нашел 88-й дом. Вот ты хоть стой, хоть падай, блядь. Еле нашел. Найти-то, конечно, нашел, вопросов-то нет, но составило много труда, чтобы найти. Захожу, говорю. Здравствуйте, здравствуйте. А мне, говорю, консьержка нужна. А сидит какой-то узбек. Эти я. Говорю, знаете, говорю, тут мне вот попросила таки Лена оставить вам два ящичка на 17-ю квартиру. Заноси. Я так привык, что консьержка все-таки там бабушка или дедушка. А тут молодой человек. Ну как молодой? Ну лет 30, наверное. 32. Узбек сидит. Вот так вот. Бывает. Ну, сейчас, ребят, на Красного Знамени и отвезем еще там наполнители для кошечек. И ребятам на новом моту там фильтра колодки отвезем. И поедем в Газель смотреть с вами. Все, давайте, ребят, смотрим, не переключаемся. Поддерживаем канал. Все, ребят, не заканчивается на сегодняшний день. Короче, смотрите. Мне надо туда вот отгрузиться. А здесь женщина поставила свой стрим и ушла. Вот этот мужик мне говорит. Говорит, а там никого, говорит, нету. Я стою, думаю, да как так-то, блядь. А он говорит, а она, говорит, закрыла двери и ушла. Это просто, блядь, жесть, нахуй. Просто, блядь. Я даже не знаю, что сказать, блядь. Просто вообще, блядь. Просто ушла и все. Это что-то сегодня пятница, но просто меня уже, ребят, убивает, короче. Это просто убивает, блядь. Как так? Взять, уйти и все, блядь. Обалдеть, блядь. Че, мне разгружаться? А? Разгружаться в зоомагазин. А. Какой-то узбек подошел с ключами. Говорит. А, че, куда? Разгружаться, говорю, в зоомагазин надо. Блин, да что ты будешь делать у меня сегодня, ребят, вообще просто же. Ладно, едем, ну сейчас отъедет. Все тут, ребят, этот кошачий, такой кровонец такой стоит, да, гибридик. Вот, что надо брать, да? Были бы такие деньги, только мечта, ребят. Так, отгрузили сейчас, ребят, короче, этот, отгрузим. Как вам? Колодочки отгрузим, ребят, с вами. И все, и поедем, короче, резину скидывать. Поедем резину скидывать. И посмотрим Машу Газель, может быть, посмотрим. Едем, ребят. Ну все, друзья, едем, короче, колеса отдавать на Газель. Если удастся нам сейчас посмотреть ее, посмотрим, что они делают. Глушитель, говорит мне начальник, говорит, глушитель не будет делать, говорит, сами будем делать. Блин, ну с этим глушителем тоже. Там гофру надо покупать, сейчас надо будет у них спросить. Может, они там продают гофру, чтобы сразу нам гофру эту продали, да. А заварить-то я заварю, там рядышком с нами, там можно все сделать. Вот такие дела, говорит, гофру, ой, этот, крепление, они что-то не могут там сделать, что-то какой-то брит какой-то. Там ее приварить и все, и гофру поменять. Что-то не знаю, как-то так. Что-то не хотят или не делают они, ой, извините. Что-то такое, типа того. Ну, сейчас подъедем, посмотрим, ребята. Как-то на второй речке, как обычно, все в пробках. Как обычно, все в пробках. Машину найти не могут, ребят. Представляете? Ну, какие дела. А? Ну, увезли ее. Сейчас пока никак не получится, да? Ну да, надо уже ее заберут уже тогда.
Я буду забирать ее. Вообще. Нет. А, вообще ее заберут, пригонят, да? Конечно, да. А, когда ее пригонят, и тогда уже можно будет, да, договариваться насчет чего. Все, я понял, все, спасибо большое. Позвоните предварительно. А тут есть телефончик ваш, да? Да, да. 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 Хорошо, хорошо, спасибо. До свидания. Да. Ребят, машину куда-то угнали. Короче, никто не знает, куда, чего. В общем, мы, говорит, потом ее, если что, пригоним, а там уже будем созваниваться. Вот такие дела. Ладно, ребят, разворачиваться надо. Ребят, вот нашел, тут ехал Амикс. У них во вторник будет приход 120 мотоциклов. Человек мне сказал во вторник приехать, и можете пофотографировать, поснимать и все показать, и скажут по ценам, сколько это стоит и тому подобное. Так что я во вторник, ребят, постараюсь сюда приехать во второй половине дня и мопедики все заснять, и мотоциклы, что будет. Так что вот такие дела. Все, дальше смотрим. Вот, ребята, еду сейчас, короче, поеду колодочки заберу, последние будет. Колодочки заберу и на склад. Время у нас 2:21. Сегодня вообще быстренько все сделали. Бам-бам-бам. И все. Вот такие вот дела, ребят. Заехал я, посмотрел. Я знаю, что у них было очень в Амиксе. Было очень-очень много мотоциклов, мопедов. Но вот говорит, во вторник приехать. Значит, мы к нему заедем. Во вторник постараюсь здесь недалеко. И вам кое-что показать, озвучить, что пришло. Оставлю ихнюю ссылочку там, их телефончики, а там вы уже созвонитесь, переговорите, пообщаетесь. Вот такую они мне дали, Амикс. Амикс. Скидки до 10%. Лодки. Да, они лодки продают, видите. Мотоциклы, мопеды. Так что вот такие дела, ребят. Так что... А, это схема у них. Владивосток, Волжская, 1А, ребят. Телефончики, кому надо будет, там звонить, если что, потом. Вот такие дела, ребят. Вот такие дела на сегодня. Обзорчик получился не очень положительный, ребят. Ну, такая ситуация у меня, так что вы там сильно не критикуйте. Я думаю, все-все наладится, все будет нормально. Все будет нормально, как-нибудь выкручусь. Ну, и на концовку хотел сказать, если кто-то выйдет для меня там небольшим спонсором, ребят, не пожалеет потом. Это понятно, что сейчас я, как говорится, нищеброд, и у меня ничего нету, и я только начинаю, и никому не нужен. Вопросов нет, это я все понимаю. И подписчиков у меня мало. Но если вдруг какой-то человек решит меня поспонсировать и помочь, то он, я думаю, не пожалеет. Вот такие дела, ребят, на сегодня. Давайте будем, короче, заканчивать. Я сейчас тоже, у меня голова с кругом пока. Я побегу тоже там решать кое-какие, ну, вы знаете, какие проблемы поеду решать. Надо, потому что время уже не терпит уже, как говорится. Ну что, не могла пропустить, блядь. А, время не терпит, надо уже все решать. У меня тут осталось день-два и все, и как бы. Так что давайте, ребят, всем пока-пока. Так что насчет стрима не знаю. У меня уже такая, знаете, как вам сказать по-честному-то, у нас все честно на канале. Уже не знаю, напишешь, наверное, ребят. Наверное, напишешь. Надо стресс снять, короче. Стресс снять. Короче, наверное, блин, придется что-нибудь огненного выпить, наверное. Потому что уже что-то меня вообще, блядь, башню, наверное, снесет. И... Я и так уже, блядь, что-то в напряге, как струна, короче, натянутый. Так что, да, ребят, что, короче, если 100 грамм выпью, то все, сразу выйду в эфир, короче, и все. Или сегодня, или завтра, посмотрим, короче, как будет, ребят. Так что не обессудьте, всем пока-пока, всем главное-главное здоровье, всем любви, счастья и фарту немножко, без него тоже никак, ребят. Давайте, пока-пока, ребят, пока.